Wake up! И сегодня с вами Вова КС. Ивангай раздухарился и поднял бунт в Твиттере. Оскорбил Юру Дудя и Владимира Путина. И обвинил народ России в конфликте с Украиной. Чтобы узнавать горячайшие новости самым первым прямо сейчас, жмите, подписывайтесь, жмите колокольчик, пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки и всем хорошего просмотра. Ивангай устроил настоящий бунт в Твиттере. Все началось с того, что он заявил, что все посредники должны умереть. Посредники, в понимании Вани, это всякие бизнес-чувачки, менеджеры, там, рекламодатели, банки и прочие пиздоболы. После этого некоторые предположили, что у Ивангая обнаружились беды с башкой. Но это было лишь начало, поэтому пристегиваемся и полетели. Далее блогер начал писать про конфликт Украины и России. Он предложил всем вспомнить, кстати, цитирую, как РФ отжала у Украины их территории ценой тысячи жизней, и что народ России бессилен против этого. Более того, он считает, что народ России также виноват в этом. Он хочет, чтобы Россия вернула Украине Крым, Донецк и Луганск. Многие начали поддерживать мысли Рудского. И в одном из твитов он назвал президента России «сами видите как». А также призвал всех молиться за его смерть. На вопрос, почему же его это так волнует, он ответил, потому что его ровесники умирают. Многим очень понравилось то, что Ивангай решил не молчать, как большинство, а открыто заявил о своих взглядах. Также выяснилось, что эту тему Ваня подымал на интервью у Дудя. Но Юра вырезал это момент. За это Ивангай обозвал его так же, как и Путина. Тем не менее, в интервью есть рассказ блогера о том, что он уехал из России, потому что ему там угрожали. У меня складывалось впечатление, что вот я куда не иду, они вот стоят и меня ждут. Так вот было, вот знаешь, так мягко, но мне было страшно. Так как ранее он выставлял посты на политические темы. Есть люди, с которыми я работал, которые как-то там связаны с властью, и мне прямо они говорили, чтобы... что вот есть некоторые постики неправильные у меня в ВКонтакте. Например, про Дмитрия Медведева, где я его троллю. Там про Путина. И вот ты так не делай. Тебя там все видят и знают. Типа. Уже сразу понял, что я либо с ними, либо я против них. Тогда многие решили, что Ивангай вечно обкуренный, просто бредит. Я очень хотел бы списать это на свою какую-то шизу, паранойю, но нет у меня такого ничего. Тем не менее, у многих возникает вопрос. Почему же, если Ваня такой патриот, он годами жил в России? Напишите в комментариях, как вам высказывание Ивангая. И как думаете, это смелость или же глупость? Прямо сюда кликните и посмотрите свежайший интересный выпуск. Ставьте лайки и дизлайки. Подпишитесь, чтобы быть в курсе интереснейших новостей самым первым. Жмите колокольчик в обязательном порядке. И всем хорошего настроения. Всем до свидания!